Это у Василия мой Николаевича Черепанова здесь. Володя туда он заперся. Это ничего не сделать. Тут такое дело. Вот мы облепишки побрали, тут маленько. Он говорит, а когда надо, я поем. А я говорю, а вот черноплодка. Ну, когда надо, я поем, я на подложном корме. Зачем брать-то? И вот облепиха тут, вот малина тут. Никогда никто не трогал. Он. Лето где-то было. Володя залез. Смотри, Володя, там держись за трубу хоть. Поколотить по ней надо по трубе, а потом что там прошабрить ершом. Я говорю, а как же ты в туалет-то не ходишь? Хожу. Я говорю, так-то паутина все заросло. А я не хожу. Хожу и не хожу. А что, да там, да, неглубокая, потому что. Я говорю, а куда? А вот возле дома тут, говорит, а тут с крыши вот стекает вода и все смывает. Ну, у меня не хватает юмора, чтобы сказать. С крыши вот это вот течет и смывает все куда-то там вон, в эту траву. И все, вот туда он не ходит. Вот и решите теперь, сколь много разных талантов у России. Ни один американец это не додумается. Приехали как-то тут и едут дорогой. Я даже могу сказать, дети перекрестного, кажется, Петра. Ну и на двор сходить, а рядом лесополоса, ему говорят, ну сбегайте. Они не знают как, он сесть не может. Почему? Ну туалет надо теплый. Или там какой-то переносной. Да тут можно там травой маленько копни, хоть сучком, да и все. Ну ребенок-то, нет, не может он, не может, из него не выходит даже. А сегодня 22 октября 2018 года. Вот я снимаю, а тут море, все это. И там мы печку ремонтируем. Вот его дом здесь. Какое-то название улицы, не знаю, здесь, на Берсеневке. Тут рядом-то не знают. Из окна смотрю и гляжу, вот это что-то зеленое висит. Я говорю, Василий Николаевич, а что это? Вот он дрова у тебя лежат. Это его дрова так вот разбросаны. Привезли, бросили в прошлом году. Ровно год пролежали, вот, возле дорожки. Прямо год. И здесь вот выброшенные, год пролежали. Ни одной чурки не расколол. Ни одной чурки, запомните это. Которые люди заступаются за него-то, они ничего не знают. Рядом соседи, вот, и, ну, нормально, тут все вкопано, видно, с капуста. Здесь ничего нигде. Девственная чистота. Нигде ничего нету. Не копано. Все заросло, купил где. Вот видно по краешку, там что-то он делал. Картошку, говорит, я где-то садил, но не знаю где. И вот лежат дрова. Я говорю, зачем? Это что весь за решетка-то там? А, это ковер я нашел. А зачем? Ну, смотрите, вот дрова. Вот ему привезли ребята, напилили тут. И ковер зачем? А затем, чтобы люди с дороги не видели, что у него дрова, чтобы не взяли.